Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в проклятое сокровище. Ну что, у нас уединенный храм. В глубине Танглвуда находится таинственный источник силы. И пока он стоит, друиды будут возрождаться из пепла вновь и вновь. Нужно найти этот источник и иссушить. Вот так вот. Ну что ж, давай посмотрим. Загрузка что-то долго идет. Давай, 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 прогружайся. Не надо говорить, что там. Так, ледяной склеп. Это вершина технологической мысли лаборатории низких температур. Дополнительный специальный заряд полностью замораживает подопытных. Ах, десерт, охлажденные обезьяньи мозги. Каждые 5 секунд башня создает дополнительный снаряд, который, взрываясь, замораживает все вокруг. Склеп ужаса. Совершенный склеп кафедры ужаса использует часть души жертвы, чтобы увеличить время жизни заряда, который отскакивает в другого врага, или он есть поблизости. Так, посчастливится тем, кто отправится на тот свет. Ага. Так, что же нам тогда лучше сделать? Чу-чу-чу-чу. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Блин, тут у нас есть усилитель генератора, да? 3 кристалла всего лишь. Вот как они пойдут, эти противники? Не знаю. Так, кто у нас там в первый в бой пойдет? Воришки. Ну, готов. Один есть. Так, у нас ничегошеньки из этого нету. Ничегошеньки. В бой. Кто там у нас? Гварды, по-моему, да? Идут 2 гварда. Окей. Этого подбили. Этого, в принципе, тоже подбили. Дальше у нас идут... валькирии. Так. Ну, не успел добежать. Хорошо. Блин, у меня маны не хватает. Опять воришки. Блин, они пошли немножко по другому пути. Че вот это вот ускорение? Да ну хорош. Захотел чего? Ну... Так, это мы прокачали полностью. Свиточек как раз вовремя упал. И где нужно, главное. Так, дальше опять гварды идут. Так, этого накрыли. Так, монетки. Это круто, что монетки выпадают. Это все очень даже хорошо. Так, опять эти валькирии летающие. Че ж ты так слабенько-то бьешь-то? Угу, не долетело. Так, сколько у меня? 800 монет. А там что, там еще валькирии, да, полетят сейчас? Еще полетят валькирии. Блин, как тут грибы эти мешаются только? Может быть, есть ли толк от этого? Я не знаю, ребят. Посмотрим. Валькирии-то понятно, им по барабану. Они все это дело облетают. Вот генератор. Есть, отлично.
Так, ребята, это новый юнит. Ниндзя. Величать его, блин. Когда по нему наносится урон, он становится невидимый на определенное количество времени, да? Стоит только ранить трусливого ниндзя, и он станет невидимым на несколько секунд. К счастью, его трюк срабатывает только один раз. Где ярче свет, там тени гуще. После первого же повреждения исчезает из виду на 7 секунд. Башни не могут целиться в невидимого врага. На 7 секунд. Да блин, ребята, 7 секунд, это дофига. Это дофига, ребят. Чего ж там говорить, 7 секунд, извини меня, блин. Да, так, ё-моё, а дальше-то кто? Смотри. Правильно ты увидел, тамплиеры. Один, надеюсь? Да, конечно, с гвардами вместе, блин. Под ручку идет. Понятное дело, что дебаф, ё-моё, а как же? Как же без дебафа-то ему? Так, я могу же здесь, наверное, ребята, его остановить. И... есть. Так, дальше у нас идут стражи. Храм зрячего поставлю. Так, а здесь, наверное, склеп страха. Не успел добежать. Это еще что тут? Это кто такие? Дендролог, короче. С легкостью выращивают деревья. Настолько живые, что они умеют ходить самостоятельно. Многие из этих деревьев были моими друзьями. Я их знал еще с семенами и желудями. Периодически призывают дендроидов этих, короче. Мне не нравится этот чувачок. Ё-моё. Он и впрямь вызывает, ребята, этих хламонов. То есть вот эти вот пни призывает, да? Он призывает этих пеньков, блин. Оу, щи барды. Ну, бард, хорошо, что пошел немножко по другой дорожке, так сказать. О-о-о-о-о-о-о, смотри, он ускоряется. Так, здесь вроде бы отлично. Вот этот вот гриб уберем. Поставим сюда еще огненную ловушку. Вот так вот. Опять ниндзи. Ребят, опять ниндзи. Не успел. Не успел он унести. Хоть где-то чего-то кто-то не успел. Так, подожди, вот сюда вот поставим. Эту можно прокачать, и эту тоже можно прокачать. Ёлки-палки, это же эти друиды-летуны. Их же тяжело, ребят, подбить. Да, они к тому же еще летают. Так, ну здесь есть свиточек у нас. А что, ему пофиг на этот свиточек, что ли? Ему, оказывается, на этот свиточек по барабану, по большому. Давай, 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 ребят, бомбим этим. Спасибо за монетки. Так, да, ой, 6. Блин, 6 пойдет этих. Дендрологов. Так. Я уже даже не понимаю, куда смотреть. За кем тут, ребят, смотреть в первую очередь.
Ага, напугался? Хмырёныш мелкий, так тебе и надо. Вот так вот я сделаю. Чем больше, ребят, тем лучше. Чем больше у нас, я имею в виду, башен всевозможных. Не добежал, чудило. Хе-хе-хе. Да, ты ускоряешься. Так, склеп страха. Склеп страха. Опять дендрологи. Три штуки. Блин, а потом будет этот. Как его называть? Путешественник. Пугает она его, боится он. Башня вот эта вот. Ага. Побежал, побежал, побежал отсюда. Чё-то башню сюда вот так поставим огненную, чтобы она, если что, ребят, на подбивке здесь стояла. Вот этот скиталец, блин. Во-во-во-во-во, побежал, побежал, побежал. Какой он... Ты серьезно? И ведь утащил же, ребята. Причем довольно далеко утащил ты. Так, у меня только надежда на мои катапульты. Здесь именно в данный момент. Справились. Так, опять ниндзя. Так, здесь зашатали. Так, отлично. Нахлобучили. Блин, я даже не знаю, наверное. Вот здесь еще надо что-то поставить. И вот здесь, да? Или где-то вот, или вот здесь вот даже. Не хватает. Ну что, опять дендрологи эти идут. Блин, а на эти коряги почему-то не распространяется страх, я смотрю. Они не бегут, ребят. Как бы странно это ни выглядело, они не убегают. Баллиста. Так, что у нас там дальше? Еще дендрологи. Окей, я готов, я жду. Этого расписали. Давай, 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 припечатывай. Мощная баллиста, да? Захват у нее, конечно, опупенный. Так. Что там, сразу две, что ли? И шаманы, и эти. Вот-вот-вот-вот-вот, разбежались, разбежались, я сказал. Вот друид, а. Все, по-моему, друзья. Да, отлично. Все враги убиты, 100%. А уровень не получили мы, к сожалению. Слушай, а может быть нам пройти... Давай вот этот уровень попробуем пройти в ночном режиме. Чтобы получить просто-напросто очки. Получится, как думаешь? Как-то вообще, ребят, мало нам что дают. До сюда как-то добраться надо. Как ты до тут доберешься? А вопрос такой вот на засыпочку. Как до туда добраться? Вот до этой даже хотя бы.
Это вообще хоть реально? С кристаллом побежит. А там дальше воришки идут. Я не смогу до сюда добраться. Так, дальше опять крестьяшки идут. Да почему ты не можешь сюда поставить-то твою налево, блин? Не дошел, отлично. Так, гварды. Вот, открылось хотя бы немножко. И здесь еще, допустим. А, ну уже получше. Шансов чуть-чуть побольше у нас, да, получается. Чуть-чуть побольше шансов у нас здесь что-либо сделать. Башня нормально бомбашит. Далеко видит. Так, здесь у нас кузнец появляется, да, первый босс. Это все делается только ради очков, ребят. Прохожу вот эти вот режимы, потому что... Блин, не хватает денег. Потому что нам нужно прокачивать башни. Ну? Давай, 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 родные. Так, хорошо. Замечательно. Еще гварды. Где тут скрыться-то? Я уже забыл. А, вот. Ну, без воришек-то куда? Никуда, ребят. Дайте денежку мне, вот. Так, следующий. Опять воришки у нас, да, получается? Так, ну у меня, если что, есть метеоритный удар. В принципе, можно будет его заюзать, если понадобится прямо такая вот необходимость. Я надеюсь, что мы пока без этого всего справимся. Да, стрелы его настигли. Ага, можно было вот здесь вот, понял. Но денежек маловато, и манны нету. А первый стоит 200. Вот этот вот метеоритный удар. Он стоит 200, чтобы его применить. Не добежал парень. Ну а вот и кузнец. Ох, два кузнеца, ребята, два... Три кузнеца, вы серьезно? Ну, три кузнеца, это же жестко. Мне только на один заряд, ребята, хватает. Это нужно, чтобы они как-то соединились все вместе. Я их должен припечатать одним ударом. Попытаться припечатать одним ударом. Соединяйтесь. Отлично. А бомбить-то дальше будем? Есть. Готово. Прошли, ребят. Чух. Ты серьезно?
думал, мы уровень получим. Получили. Ладно, 11-я миссия. Болотистая тропа. Похоже, что лес не такой уж и дикий, и тут повсюду разбросаны деревушки, населенные друидами, ниндзя и прочим сбродом. И единственный проход через болото охраняет две такие деревни. Похоже, цель близка. Что это? Тайная деревня. Друиды и ниндзя тренируются и медитируют в тайных деревнях в глубине лесов. На самом деле, там они укрываются от налогов и вашего гнева, повелитель. Это где такая деревушка-то? А, вот. Уменьшает количество атакующих на 25% и дает 200 золота. Так, если это будут друиды... Это 100% будут... А, вон еще как у нас. По одному кристаллу здесь стоит. Блин, я даже не знаю. Давай посмотрим хотя бы. Ой. Так, подожди. Он еще и прихватил. Вот жук. Да ну, серьезно, блин. Так, погоди, дай-ка я переиграю. Это что-то, ребят, мне не нравится этот расклад. И отсюда идут, и отсюда, да? Огонь, может быть, огненный лучше поставить? Или огненный... Не знаю. Тут вообще бесполезно вот эту что-то ставить. Основное получается вот это вот. Так что ли, блин? Ну, допустим. Мне не нравится, что отсюда вот эти вот холмоны выходят. Деревяшки эти. Тугодумы. Деревяшки тугодумы назовем их. Угу. Так, нам нужно побольше урона. Есть. Не дошел. То есть они отсюда не будут выходить, да, получается? Со временем, конечно же. Когда мы прокачаем полностью. А так-то понятно, сейчас они тут будут, блин. Один за другим бегать. Угу. Магия его пробил. 150. 150 энергии стоит. Ну, энергии, манны. Вот не совсем удобно вот эта вот фигня. Вот он сейчас побежит. Есть. Теперь барды. Теперь барды у нас появились. Ну, естественно, с корягами, как же без коряг, без их ускорения, усиления и тому подобное. Ну, есть, этого барда уничтожили. Ну, тут тоже неплохо. Так, два разбойника. Да ты не жги тут, ты... Ладно. И
Давай, отлично. Так, все, ребят, с этим покончено, с тренировочным их лагерем. Только вот сейчас полетят эти, блин. А они же вот здесь полетят, да? Ёх, Макарюк, это ж короткий самый путь для них. Ага, вот так она, значит, таскает. Ну вот и ниндзя пошли. Ну? Бегают. Есть. Так, гварды. Угу, гварды. Тут уже ниндзя у нас выбегают. Вместо этих коряк-пеньков, блин, выбегают ниндзя, ребят. Ух. Страх, наверное, склеп страха. Здесь так сделаем. Нет, с этими ниндзями надо что-то, ребят, делать. Как-то их как можно быстрее надо уничтожать. Но одного напугали, а этого-то, есть, прям замкнулось на них. Твою налево, теперь опять, как всегда, ниндзя, ребят, и друиды эти. 150 маны нужно. Мне бы катапульточку бы, ребята. Очень бы сильно пригодилась бы мне катапульточка. Ты серьезно? Ты уже начал друидов выпускать здесь? Но это не друиды, это дрендологи или как там. Друиды у нас, наверное, будут позже. Даже тут без друидов. 150. Есть. Все, это тренировочное. Так. Нет. Старик, ты... Блин, он, ребят, совсем борзел. Он взял... И утащил, блин. Причем далеко он утащил монеты. Просто далеко. Не монета, а кристалл. Конечно же, кристалл. Монета, блин. И ведь бегут же сюда, главное, за ней. А вот и друид, ребят. Вот, блин, с ним сейчас тут горе хапнем. Он сейчас полетит вот так, наверное, по сокращенке, да? Ну а как же еще? Так, может быть, мы его не выпустим с помощью наших башен страха. Если так получится, это будет круто. Чего? Куда ты пошел? Не, друзья, это фигня какая-то. Ну? А че толк-то? Они же сейчас все пойдут за этим кристаллом. Вот чепушила вонючая, мелкий хмырь утащил, блин. Это все друид, ребята, виноват, блин. Дятел, блин, прилетел нафиг.
А как тут, извини меня, если он такой тугой по разборке, как я здесь должен был защитить? Тут такие тоже молодцы, блин, конечно. Пройди, называется, на 3 звезды, блин. То, что невозможно пройти. Это еще из расчета того, что наша башня здесь его пугала. Он елозил тут. Ну, подбили, молодцы, красавчики. Да. С друидом, конечно, трындец получилось. Беда бедовая просто. Да и свитков было мало, если честно. Было бы побольше бы свитков бы каких-нибудь там на урон, я не знаю, или еще что-нибудь. Было бы все намного эффективнее. Окей. Так, опять дендрологи сейчас выйдут, выскочат. Интересно, у меня... Блин, у меня и черепов-то не хватает. Чего я не понял? Они все-таки утащили, ну, пытались утащить, да? Один свиточек. Вот это пройдохи, а? А ну, положи на место. Что тебе не положено, блин? Опять ниндзи, 6 штук. Так, свиток есть. Да ёк макарёк, ты посмотри, сколько их здесь. В плане, он же под страхом был, блин. Фух. Так, что у нас тут получается? Это кто у нас там, я уже не помню. Ау, щет. Ну, конечно же, про вас-то я забыл, блин. А чё так много-то? Блин, точно, на ниже. На ниже испуг не работает, блин. Это кто? Старый дед, хмырь болотный. Я не помню, что он делает, этот старый дед. Фух. Не утащили, слава богу. Но он, блин, еще один там валит. Ладно, есть испуг один у нас. А-а-а, он перелетает. Он просто перелетает препятствия. Испугали, испугали мы его. Коряга, положь на место, что... Тащил куда-то непонятно. Ладно. Так, и опять друид. И опять друид, ребята, блин. Напрямки куда-то шпарит. Прикинь, просто напрямки. Ему пофиг, что ли? Он не боится страха? Происходит здесь?
Ну. Есть. Да, на две звездочки, друзья мои, к сожалению. Потому что один кристалл все-таки у нас утащили. Ну что у нас тут интересного есть? Так, уменьшает манна стоимость заклинания метеор. Падение метеора оставляет, это я понял. Так, напуганный враг теряет 0,5 от максимального запаса здоровья в секунду. Уменьшает заклинание ужас. Уменьшает затраты манны при вырубке деревьев на 8%. Дает дополнительно 10% хп при победе. Что же прокачать? На 10% вот это, наверное, я сделаю, ребят. Да. Ну что, друзья, давайте на сегодня, наверное, мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.